Меня спрашивают, можно ли избавиться от собственной глупости. Нельзя сказать, что есть какая-то глупость, которую можно как-то лечить и вылечить. Вот. Мы в любом случае оказываемся в новых ситуациях, в новых обстоятельствах. И ошибки – это нормально, потому что ошибки – это один из способов понимания того, как реальность устроена. Если вы не ошибаетесь, если вы не, как бы, каждое ваше решение оказывается верным, это значит просто о том, что, как я уже не помню, кому принадлежит эта гениальная цитата, покажите мне человека, который никогда не ошибался, я вам покажу человека, который никогда ничего не делал. Да? Вот, собственно говоря, наши неизбежные ошибки и принятые решения, которые, в общем, были неверны, это просто вопрос к самим себе, что в нас тогда так сработало, что мы оказались перед неправильным решением. И вот это то, чем, как бы, то зона роста. Вот, поэтому у нас всегда есть куда расти. Реальность значительно сложнее, чем наш мыслительный аппарат, который пытается ее схватить. Вот, и она очень сейчас изменчива, потому что то, к чему вы привыкли еще 9 лет назад, сейчас уже не работает. Это касается и сферы отношений, это касается и сферы человеческого поведения, и работы, и профессиональных навыков, а дальше будет еще веселее. Поэтому такая постоянная перестройка самого своего, своей ментальной модели окружающего мира, и отношений, и профессии, и так далее, это сейчас основное требование для человека, который хочет сохранить эффективность в этом стремительно меняющемся мире.